приветствую всех гостей моего канала Байплог ТВ. Сегодня у меня новая посылочка. Судя по названию, вы по-любому знаете, что здесь. Ну и я, в принципе, знаю, что здесь, в этой посылке. Так. Покупалась она в магазине Banggood. Ссылочка, как всегда, будет в комментариях внизу, в описании, точнее. Вот, так, тут ничего нету. Как видим, упаковано более-менее нормально. Так, и у нас здесь видеорегистратор автомобильный, модель DOM GW, как вот, нету здесь. Так, у меня тут подсказочка есть. Модель DOM G1W. Вот здесь можно, значит, посмотреть характеристики. Самое главное, что этот регистратор собран на процессоре NT96650. Это считается один из лучших вариантов для бюджетных видеорегистраторов. Вот. Поэтому я решил выбрать именно эту модельку. Вот такой вот он. Регистратор достаточно маленький, аккуратненький. Здесь получается есть порты под зарядку, видео, нет, аудио-видео-аут. Это аудио-видео-выход. То есть можно подключать регистратор к какому-нибудь экранчику. Так, ну тут кнопочки. Здесь кнопка reset и HDMI-выход. Объектив, вспышка, экран, кнопки. Так, ну, о видеорегистраторе много не расскажешь. Поэтому надо показывать, как он снимает. Поэтому я сейчас, это будет небольшое видео о комплектации, распаковка, комплектация. А уже как снимает, будет в следующих видео. Все примеры будут выложены. Вот. Так, что в комплекте? Ну, значит, в комплекте присоска для лобового стекла. Вот так она, получается, размещается. Вот так регистратор размещается в машине. Так, в комплекте. Это не в комплекте. В комплекте провод такой вот простенький. И шнур питания. Прикуриватель. Вот здесь можно посмотреть характеристики. Надеюсь, видно. Я же ногами показываю, конечно, нога видно. Вот так вот. Вот. Ну, провод длинный. Это как раз удобно, допустим, в машине через панель пропустить можно. Так, и инструкция на китайском. Я надеюсь, что это китайский. Могу ошибаться. Не подписано. Так. На английском и даже на русском. Вот это удивительно. Так, ну, в общем-то, вот такая вот небольшая распаковочка видеорегистратора. На этот раз довольно коротенькая, что рассказывать на самом деле особо нечего. Примеры того, как он снимает, как я уже говорил, будут чуть позже. А все характеристики напишу в описании, и где я его покупал, тоже будет ссылочка в описании. Если что, можно будет по ней пройти и купить такой же видеорегистратор. Вот. Ну и на этом, в принципе, все. Всем пока, спасибо за внимание.